Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. 830 миллионов долларов составил объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России в первом квартале текущего года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные экспертов рынка. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее объем инвест-сделок сократился на 18%. Однако, несмотря на снижение показателя, в целом инвестиционная активность улучшилась. Значительно выросло число сделок, а их распределение по сегментам и регионам стало более равномерным. Согласно данным агентства, в первом квартале отмечен рост активности в сегменте ритейла. Торговая недвижимость сформировала более половины общего объема инвестиций, опередив традиционно привлекательный для инвесторов офисный сегмент. Эксперты прогнозируют, что объем инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости России по итогам года составит 4,5 миллиарда долларов. При этом аналитики ждут возвращения иностранных игроков. Дайджест недвижимости. Рынок аренды коммерческой недвижимости в Кирове в марте показал незначительный рост. Как сообщает аналитический портал Rekira.ru, ставки поднялись во всех сегментах. Значительнее всего на 9,5% подорожала аренда торговых помещений. В сравнении с февралем ставка выросла с 463 до 507 рублей за метр. Офисные помещения сдавались арендаторам дороже на 8%, по 396 рублей за метр. Рост арендных ставок в сегментах складских и производственных помещений составил более 1%. Дайджест недвижимости. Администрация Кирова накажет застройщика микрорайона Зиновы за несоблюдение правил благоустройства. Во время рейда по стройплощадкам города проверяющие обнаружили отсутствие забора, а зона вокруг площадки была загрязнена, сообщил начальник отдела содержания и использования территории Ленинского теруправления Олег Шубин. Застройщику компании КЧУС может грозить штраф от 50 до 200 тысяч рублей, поскольку это уже не первое ее нарушение. С 15 марта предписание об устранении нарушений получили 4 застройщика и оперативно их устранили, отмечается на сайте мэрии. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.